Здравствуйте, друзья. Мы разменяли последнюю сотенную тысячу подписчиков на этих выходных, а сейчас понедельник. И вот, значит, пришло время объявить о конкурсе, о котором мы давно говорили, но так мы официально сейчас объявим. Значит, я бы сказал, что как бы такой девиз, что ли, этого конкурса в одном слове заключается с тремя восклицательными знаками. Это слово «хорошо». Хорошо. И вы можете сказать, да что ж хорошего, да, я уже представляю, вот тут живем, тут грязно, там бедно, здесь санкционного сыра нет. Значит, я утрирую. Значит, всегда есть в жизни что-то хорошее. Вопрос в том, что мы можем видеть это или не видеть, там, обращать внимание больше на плохое и так далее. Но конкурс у нас о хорошем. И это может быть что-то, что вы умеете здорово делать. Это конкурс видео, кстати, да, то есть надо видео. Вот вы чего-то умеете хорошо делать. Я не знаю, там, прожигать по дереву, там, лупой, ну, например, я не знаю, ну, действительно хорошо. Вот, или там, я не знаю, может, вы портмоне какие-то шьете, там, из бараньей кожи. Я не знаю. Может быть, у вас семья хорошая, детки замечательные, может быть, у вас друзья. Знаете, есть такой анекдот, как в Одессе дело происходит, там у кого-то, значит, золотая свадьба у людей. Ну и на золотую свадьбу положено дарить золото, если вы не в курсе. Так вот, значит, ну там приходит один, а это советское время, естественно, ничего нет, дефицит товаров. Приходит один, говорит, ой, Абрам, говорит, такая дата, оббегал всю Одессу, нигде золота нет, так я тебе принес конфеты, золотой ключик. И риски такие. Приходит другой, ой, Абрам, такая дата, оббегал всю Одессу, нигде нет золота, так я тебе принес какао, золотой ярлык. Тут приходит третий и говорит, ты знаешь, Абрам, оббегал всю Одессу, золота нигде нет, но ты знаешь что, я привел Рабиновича, золотой человек. Вот, поэтому, друзья, если у вас где-то есть золотой человек, не обязательно даже Рабинович, но просто, ну, хорошо, вот такой человек, что о нем рассказать интересно, да, показать и так далее. Вот абсолютно все хорошее, что есть в нашей жизни, вокруг нас, все годится. Вот, так, чтобы с душой, с подъемом, чтобы другим людям было интересно тоже и так далее. Мы принимаем видео в виде ссылки, то есть вы должны у себя его где-нибудь повесить на какой-нибудь, я не знаю, на что. Ну, вы можете у себя на канале повесить, а можете куда-нибудь на какой-то файлообменник, там, как хотите. И ссылочку на это дело вы шлете мне в личку на Ютубе. В личку на Ютубе. Вот, а я их буду потихонечку подгружать, значит, там, посматривать, вывешивать. Да, просьба никаких музыкальных там произведений туда не присобачивать. То есть, нет, если вы сами играете, пожалуйста, но если вы где-то взяли фонограмму, то не надо, потому что нам за это дело, как сказать, будут по шее давать на Ютубе, они этого не любят, в той или иной форме не любят, так что без музычки. Вот, наверное, и все. Принимаем мы до, ну, давайте мы скажем, до конца сентября такой конкурс будет, да, вот у нас будет, или это много, до конца, давай пусть будет до конца августа, пусть будет до конца августа. Вот, полтора месяца у нас есть. Оп! Соскочил-то как на повороте, да. Есть у нас полтора месяца до 31 августа, значит, полночь на 1 сентября по нашему вот тут местному времени, калифорнийскому. Гринвич минус 8. Призы. У нас будет 5 призов по $200 каждый. Там спрашивали, а нельзя ли вот там как-то в онлайне поучиться на нашем курсе. Ну, пожалуйста, значит, этот приз меняется. Если вы получили приз,
то вы можете вместо $200, значит, пойти на онлайновый курс. Ближайший будет 20 сентября. Вообще, каждые там 3-4 месяца мы начинаем новую группу. Но менять его на деньги нельзя. В том смысле, что вы не можете его продать кому-то. Если вы хотите лично взять этот курс, то он ваш. А если вы хотите обменять его на большую сумму там где-то с дискаунтом, вот, то тогда нельзя. Это должно быть индивидуально и, так сказать, вот непередаваемый такой приз, непереходящий. Ну что же, ну, наверное, и все. Если есть какие-то сомнения, вот годится такая история или такая, ну, пишите в комментариях, там, я думаю, что я легко отвечу. Но просто идея общая такая, что мне бы хотелось, чтобы вы друг друга увидели с какой-то хорошей, светлой стороны. Потому что я считаю, что мы, вот как группа людей, мы не додаем этой группе, я в первую очередь, мы не додаем этой группе возможности себя как-то показать, проявить, удивить там других и так далее. Поэтому вот понимая, какой колоссальный потенциал этого всего у нас есть, все вместе, вот, я вас приглашаю делать такие видео. Единственное, что еще с точки зрения качества видео, все-таки мы хотим, чтобы это было HD, да, High Definition. И я понимаю, что есть люди, которые, может быть, хотят поучаствовать, но они не очень знают пока, как делать видео. Ну, спрашивайте, это легко как бы подправить. Просто если я уже буду его вывешивать на большую аудиторию, то хотелось бы, чтобы это было HD. Вот даже я вам скажу, 3-4 года назад я там что-то снимал, а сейчас захожу и уже неприятно смотреть, там было там 480, я уж не говорю там про 360, но вот я снимал тогда в 480, стандартный такой, стандартное разрешение на камере, в то время было. И сегодня думаешь, как, господи, как же это смотреть? Вот, поэтому мы хотим все-таки, чтобы было в HD, чтобы оно могло там сколько-то лет еще провисеть, чтобы люди посмотрели и так далее. Ну что, друзья, я вас как бы поздравляю с размененной сотой тысячей и как бы приглашаю всех принять участие в нашем конкурсе. Я не говорю лишний раз, но в принципе, значит, по самому факту того, что вы видео присылаете, как бы вы соглашаетесь с тем, что права на публикацию есть у нашего канала. То есть, чтобы у нас не было никаких, как сказать, вопросов о том, кому видео принадлежит, или там кто имеет право, кто не имеет права его повесить там и так далее. Вот, чтобы у нас таких конфликтов не возникало. Все, ребят, счастливо!